Всем привет! Добро пожаловать на канал YouGamer. Сегодня мы продолжаем открывать бумажные сюрпризики. И у нас есть новая коллекция, вот такие вот веселые прилипалы. Очень много пакетиков. Выберем, наверное, штуки аж 3. Раз, два, три прилипалки. Остальное мы уберем. Возьмем мини-ленту, 3 пакетика. Раз, два, три пакетика. Возьмем парочку киндеров. Раз, два. Стражи Арктики, 1 пакетик. РЖД возьмем 1 пакетик. Такой вот с паровозиком хочу. Возьмем аж 3 выстрела для наших пиратов, для нашего морского боя. И сок. Возьмем 2 штучки. С яблочком. И вот этот вот с вишенкой. Пошли открывать. Ну что, начнем открывать. И первую коллекцию мы сегодня будем открывать РЖД. Первый пакетик у нас РЖД. Открываем. Интересно, что же нам сегодня попадется. Нам попадается черепашка. В каком же вагончике она будет ехать? В 7-м. Давайте ее посадим. Вот, отлично. Вот так вот у нас уже едут черепашка, собачка и совушка отдыхать на моря. Поехали дальше. Следующая коллекция — морской бой. И мы взяли 3 конвертика с выстрелами. Интересно, кто-нибудь сегодня потопит корабль? Так, первый у нас стреляет, второй пират. И он стреляет Б4 и промахивается. Отметим его выстрел. Берем второй пакетик. Угу. Так, зеленая команда делает выстрел и стреляет Д1. И убивает одноярусный, однопалубный корабль. Отметим наше убийство. И в обычной игре мы бы уже знали, что не нужно стрелять сюда. Но так как у нас такой бумажный морской бой, стреляют они в рандомном порядке, поэтому они могут стрелять и в те места. Г1, и он снова ранит 3-палубный корабль. Давайте его отметим. Еще один выстрел, и оранжевая команда потопит зеленый 3-палубный корабль. Интересно, попадется нам сегодня Г3 от оранжевой команды? Так, зеленая команда стреляет А3 и тоже подбивает 3-палубник. Отметим его выстрел. Сейчас достану все наклеечки. Вот такой получается бой не на жизнь, а на смерть. Интересно, будет здесь Г3? Нет, это В3, они промахнулись. А вот и итоги нашего морского боя. Оранжевая команда смогла подстрелить сегодня еще один раз, ранить 3-палубный корабль. А зеленая команда сегодня подбила 1 3-палубный корабль и убила 1 1-палубный кораблик. А мы переходим к следующей коллекции. Следующая коллекция у нас мини-лента. Мы взяли сегодня 3 конвертика. Давайте посмотрим, что же нам попадется. Нам попадается Сникерс. Он у нас под номером 7. Давайте приклеим его на его место.
Берем следующий конвертик. Что же нам попадется? Надеюсь, не повторочка. Это DAV. Это номер 34. Вот здесь его место. А теперь интересно, в прошлый раз нам попалось два сюрприза с этой странички и два сюрприза с этой странички. И сейчас у нас выпал один отсюда и один здесь. И у нас остался один конвертик. Интересно, какая страничка будет лидировать или нам попадется повторка, и они останутся наравне. Давайте посмотрим. И это не повторочка, это шампунь Head & Shoulders на 31 номере. Значит, эта страничка пока что лидирует. Давайте его приклеим. Вот так у нас пока что получается. А мы переходим к следующей коллекции. Следующая коллекция у нас холодильник с соками. В прошлый раз нам попался вот такой вот родной J7 фруктовый сад. И сегодня у нас еще два пакетика. Посмотрим, что же нам сегодня попадется. Вот такой вот сок садачок. И снова персиковый сок. И что же нам попадется во втором конвертике? Нам попадается березовый сок, смак. Вот это класснота. Ни разу не видела, чтобы продавали в картонных пачках березовый сок. Так, а мы переходим к следующей коллекции. Следующая коллекция у нас Kinder Surprise. В прошлый раз у нас получилось по одному сюрпризу из каждой коллекции. Сегодня мы взяли два яйца. И в любом случае какие-нибудь две или одна коллекция будут лидировать. Интересно, что же у нас получится. Открываем. Так, нам попадается миньон. Нам попалась повторочка. Ничего себе, это первая повторочка на моем канале. Давайте отправим ее в наш конверт для повторок. А мы переходим открывать следующий наш киндер. Что же нам попадется? И здесь нам попадается вот такая вот девочка-бегемотик. Занимается легкой атлетикой. Вот что у нас получается. Бегемотики пока что лидируют. Между прочим, в прошлом видео вы не слышали, когда запись была отключена, я сказала, что я думаю, что именно коллекция с миньонами соберется первая. Но может так оно и будет. Посмотрим в следующих видео. А мы переходим к следующей коллекции. Это коллекция Стражи Арктики. Вы тоже не видели, как я открывала эти конвертики, к сожалению. Но сегодня, я надеюсь, вам удастся это лицезреть. Так, и что же нам попадется сегодня? И нам попадаются вот таких вот два друга. Вот так. А мы переходим к следующей коллекции. Это новая коллекция на сегодня. Называется она «Веселые прилипалы». В Dixie только недавно началась такая акция. Я, к сожалению, не знаю, как выглядят конвертики, но решила их оформить вот в таком вот стиле. Мы берем за язычок и открываем. И нам попадается прилипала Няша. Так, вот ее место. Так, Няша. Сегодня все тебе улыбаются, все тебя хвалят и дают что-нибудь вкусненькое. Какой ты обаятельный! Наверное, у тебя завелась Няша-умиляша. Она всегда такая милая, поэтому у нее все получается. А может, это просто везение? Такие вкладыши у нас будут попадаться в каждом сюрпризе, и мы будем читать про наших прилипал. Няша уже сидит на своем месте, а мы открываем второй конвертик. Во втором конвертике нам попадается вот такой вот персонаж. Насколько я знаю, его зовут Упсик. Вот его место. Давайте про него почитаем.
Упсик. Нахулиганил, а признаваться не хочешь? Зови на помощь Упсика. Он лучше всех умеет выдумывать отговорки. Ведь он такой неуклюжий. Совсем не то, что ты. Правда? Правда. Так, и мы переходим к третьему конвертику. Ой, мы забыли приклеить Упсика. Приклеиваем нашего Упсика на место и переходим к третьему конвертику. Ух, какой-то большой, мне кажется, что это злюка. Точно, я угадала, это злюка. Давайте про него почитаем. Хочется топать ногами, махать руками и даже, может быть, попытаться изрыгнуть пламя. Где-то совсем рядом злюка. Но ничего, покричит немного и успокоится. Это хоть и громкий чудик, но отходчивый. Вот такие чудики-прилипаки нам сегодня попались. Клеим злюку на его место. И на сегодня, ребята, все. Сейчас мы уберем вкладыши, конвертик для повторочек. Пускай они здесь лежат. Если что, мы сможем их достать и почитать про наших прилипак. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, нравятся ли вам такие видео, какие коллекции вы можете мне предложить сделать еще. Я их обязательно сделаю. Всем спасибо, всем пока!